режим длинный, что такое? Ну, я так понимаю, будет не квадрат, карта не квадратная, а какая-то прямоугольная, А, понял. удлиненная. Ну, сейчас узнаем. Да. Я там поставил 5 на 5. То есть это у нас дофига тут, да, ее? У вас Да, ее тут не дофига. лимитите. А, да, я, кстати, поставил 10 минут на игру. Чтобы было интересно. Не, вот так, короче, надо не действовать больше. Ого, тут еще и шипы. В лучших Да? традициях принца Персии, да, вылазит. Я психа нашел. Что-то я часто нахожу психов. Наверное, это как-то намекает. Я вот слышала, что... А, это там. Нет, тапок, только не ты. Ты же мне как брат. Услышал психа, я думал, вот у меня кошка там мявкает. Я нашел этого дровосека, в общем. Кто кого еще нашел? А ты прям тут понаоткрывал. Ого, сейчас мне тапок Что там? подарит. Мне тапок подарили. Опять этот Это прибежал. третий тапок? Шахид, да, взрываться. О, тут пики, ничего себе. А, все, Вот, убил вот, меня. вот о чем я Ёлки, говорил. давай, блин. Тут главное, этот придурок прибежал взрываться, потом еще пики включились. Вообще негодяй. А, я слышал, я слышал. Интересно, их обойти можно или считать, что весь пол залит? О, кстати, второй раз не упал гранат у меня за спиной сейчас. О, мы много чего открыли. Да ты вообще там понаоткрывал, я аж удивился. Так, назад что-то стукнуло. Наблюдаю чей-то тапок. А, так это, да, мой, наверное. А, у тебя два, можно просто убрать. Ну ничего, один наверняка скоро потратится. Что и вот так не потратится. А, я не могу надеть твой. Е, нет, подходишь к нему и Где? нажимаешь Е. Точно. Все, вот так вот и буду перекидывать с комнаты в комнату. Прям как назад будущая тапка универсального размера. А вот это уже проблема. Тапок называть или что? Вот это Да, а поворот. еще надо было смотреть что-то. Ну вообще, блин. Какие-то камшоты уже. Ну. Пока вниз смотрел там, где тапок, чтобы подобрать меня, в голову убили лазером каким-то. Ой, ну нормально. Так, себе новость. Далее.
Это ладно, он еще через текстурку просвечивается, можно хоть видеть, где он. А, это ты, да? Ок. Облом. Ой, уходи, уходи. Ну вообще. Не, лучше в другую комнатку. Так, это куда? Это сюда. А он второй раз, кстати, не стреляет. Будем знать. О, нет, опять этот парень. А. Ой, это он у меня. Откройся, откройся. А он что-то ко мне не приходит. Он у себя там тусит. Ботинок верни. Ты куда исчез? Слышь ты? Он с моим ботинком исчез. Эй, блин, я теперь без ботинок. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, да не только ты, поверь. В ловушках застрял. Со всех сторон. Нет, не успел. Тут вообще без выхода будет. Кислота с одной стороны, с другой двери. Огонь. Слушай, а как так? И у меня там получаются ловушки. Я вот сейчас иду по твоей дорожке. Там, вот там я сдох, короче. Ну, попробую я выжить. Прыгает он тут. Так, то есть вот сюда можно зайти. Да, и как-то отбежать. Угу, и со всех четырех сторон. Да, но здесь, по-моему, не вариант. Ты пройдешь, да. Да. Там, по-моему, кислота будет. И здесь не пройдешь. А вот здесь, да, надо очень стараться. И тоже без ботинок, да? Да, но без ботинок ты давно же без ботинок. Ну вот, наши проиграли. Да, белорусские ботинки, наше все. Ящик валенок мне, пожалуйста. Да-да. И варежек на всякий случай. Все, там нету ничего. Подозрительно, все слишком хорошо идет. Минус.
Ой, блин, ну хренеть можно. А что там у тебя? У меня вот как тебя прожгло вот эти херни, которые мне похоже, только походу заморозило. Mm-hmm. Вон ботинок может быть. Да, да, вижу. Это, наверное, мой даже. Так, где там наш ботиночек запасной? Куда его кинут? Боганулся. Он же там не исчезает, надеюсь, в воздухе. Блин, похоже, что исчезает. Как-то увереннее стало проходиться-то. И дровосек теперь я уже как-то перестал бояться, он, оказывается, ходит только по своей комнате. Блин, почти. О, нет! Пироманы какие-то. Да, ё-моё. Иди лесом. Ой, неудачно. Я ничего не имел против. Вообще, на самом деле, чисто случайно вспомнил, что есть ботинок. Так, ну получается, нифига тут нет у нас. Да, нету. Ну теперь три комнаты осталось. Да. И там где-то скелетик ходит горящий. Вот самые последние три комнаты, у них совесть есть. А, шесть их, шесть, не три. Ой, шесть, да. Кстати, можно же пооткрывать их и посмотреть, есть ли там на полу эта кнопка. За это никто еще не осуждал. Но здесь нету. Так, то есть это не там. И не тут. Значит, последняя комната в углу. Или она открывается, интересно. Ну как нет, так? Ну вы что, издеваетесь, что ли? Нет. Почему? Ну как?
А прикинь, в той комнате бы тоже такая же ловушка была, которая не Ну, я пролезла. думаю, комната с выходом без ловушек. Так-то по логике. Ну, вообще фиг знает, да. Ой. Да, курица гриль. А там еще мой тапок. Ну я свой уже похерил тапок. И второй тоже. Это другая. Я хочу выйти. Выпустите меня. Что значит выхода нет? А, слушай, вот есть ловушки, которые не сразу всю площадь убивают. Что с огнем, что с кислотой, что электричеством, вот То есть метод. их можно пройти, да? Да, оказывается, это не анимация такая, это они действительно такие. Минус тапок. Ага, ясно. Все, спасибо. Ну ты там держись. Дай посмотрю хоть как ты там растворяешься. Ну, почти успел. Это все потому, что я лысый? Да. Но мне-то вообще Бэтмен. Так, а как же я-то пройду все это говно? Нет. Мне этот ботинок было жалко так же, как тебе. Он мне был как другом. Другом 43-го размера. Во-во-во, вот эту как раз ерунду можно проходить, оказывается. А, можно, да? Да, вот видишь? Я когда попал в угол и деваться было некуда, пришлось попробовать. Ну вот и все. Маринад. Да. То есть представить, как они записывали эти звуки. Приглашают атамана, он кого-то бомбит и записывает, как кто-то орет. Ну да, кстати, вполне возможно.
дядей ботинок. Я спас сейчас свой ботинок от поливания кислотой. Жизнь рисковал. Давай кину. Только ботинок спасти. А вот чувака там, по-моему, слегка расплавило. Ага, все. Вот и кончился ботинок. Теперь ты тоже нищеброд. Угу. Так, а почему у нас комната не отметилась? О! Вот это я, конечно, вовремя отвернулся. В общем, там парень с бензопилой. Давай, спасайся. Как всегда, в последней комнате будет. Нет, тут ни хера нету. А попробуй зайди, может быть, все-таки всё, зашел. Может, все-таки она открывается только тогда, когда зайдешь. Слишком быстро вращается. А все равно выйти-то не дадут. Ой. А, даже вон как. Эх, Тесла, Тесла, будь ты проклят. Мне кажется, эта штука вообще рандомно ставит в самой-самой последней комнате, независимо от того, где она есть. Не, ну я думаю... Не, кстати, не в самой последней, потому что я тогда... Кто там? Нет, ты. Когда выходил, там еще комнаты были. То есть, что не в последний, это точно. Нет, я не говорю, просто... Ближе к концу, это наверняка. Фишка в том, что надо все комнаты проверить, какой-нибудь остаток. Ну, не факт. Минус тапок. А, это не суицидальник. Нет, только не второй. Да, моя жизнь дороже этого тапка. Вот. Ботиночек при мне. Что там тебя засаживают? Дровосек. Понятно. Ого, а вот гранату я как-то не услышал. Все, прощай, тапочек. Сейчас. Не стоит туда идти, да? Mm-mm. Ты там, если что, тапочек кидай. Посмотрю, хоть как ты умираешь. Буду платочком махать. Ну ничего так. Прикольно. Сексуально. Да-да-да. Что-то не нравится мне эта комната.
Гранату сейчас. Умру тогда на центре. Я звезда. Да. Сверхновая. Что было? Не знаю, было плохо. Лично мне было плохо. Блин, кошмар, там 7 на 7 карту все-таки прошли, а тут не можем 5 на 5 пройти. Ай, блин. Фух, чуть не погиб. Нет, я до сих пор. Да ну нахер, блин. Что там у тебя? Мне, короче, из-под косяка вылез огнемет. Меня немножко отправил. Я от него убежал. Он ушел. Я по комнате бегал в итоге и все равно сгорел. Не, я стою всегда, жду, пока он кончится. Блин, фиговая новость. Давай, давай, иди на меня, тварь. Нет, 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 не иди на меня, не надо. Совсем было и не страшно. Там а, упор. Здесь вообще тупик. Так. Это мой тапок, я за него буду биться. Ну, пригодился. Блин, тут половина, а я уже на боссу ногу. А ты мне там ничего в наследство не оставил? Нет. Обидно. Вот это что? О, еще и это. Причем она, то есть, касается, я от нее ушел и все равно сдох. А мне кажется, можно в такие комнаты так вот не заходить, пропускать некоторые, если зеленые. А я не уверен, что она не появляется, кнопочка, если ты в нее не зайдешь. То есть вот когда статус типа проверено, не проверено, что если появляется фишка, что она проверена, тогда она только из пола выезжает. Я поэтому даже сейчас стал стараться пробегать по ним, по этим кнопкам. Типа вдруг она должна нажиматься от веса. Так.
Ну вот, стоило ради этого усаживаться поудобнее. Прямо Doom второй такой, судя по графике тоже. Но мы должны это сделать, что за позор. Хотя не, если вы ее заметите, при входе написано кнопочку, в смысле. То есть она, видимо, сразу должна быть видна. Да, ну нахер. Я уже закинулся. Доп, ботинок. Оказывается, та комната была тоже с ловушкой. Просто это была эстонская ловушка. А ты чё, того? Да. А как это ты? Не знаю, сам не помню. Да иди ты нахер. И ты тоже вон идите, дружите друг с другом. Нет, 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 жить, 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 жить. Да нет, все, уйдите от меня все. Нет. Ботиночек, спасайся. Без вас, ботиночек.